Привет. Только что сходил в пункт выдачи озона и пока шел, вспомнил такую историю. Для молодых родителей пригодится в жизни. Если у вас есть малыш, и который уже подрос, ходит на своих обоих ногах, но никак не хочет избавиться от соски, пустышки, можно попробовать так. Прикрепите эту соску к косяку двери. Прибейте или приклейте, не знаю, как там у вас получится. Или к любой другой вертикальной поверхности. Для малыша это не критично. Соску никто не отнимал. Она всегда на виду. Он может всегда подойти и воспользоваться ей. Но вот именно этот процесс воспользования и отбивает дальнейшую охоту воспользования. В общем, пробуйте. Так, и второе. Для молодежи тоже актуально. Большинство из молодежи обычно как ходит? В ушах у них наушники, уперлись в этот свой смартфон и идут. Пофиг. По пешеходке идут, идут, всегда вот с наушниками ходят. И, конечно же, у них эти наушники часто рвутся, ломаются, теряются. В общем, это расходный материал. Так же, как и для моей дочки. Она просто замучила меня. Я их только не покупал. Покупал и за 500, и за 700. Думал, хоть они как-то дольше прослужат. Никакой разницы. Месяц-два. Все. Наушники или порваны, или не работают, или еще. В общем, папа, купи новые. И тут я нашел выход. Озон. Наушники по 50 рублей. Вообще это мелочь. Довольно-таки бюджетные наушники. Вот три штуки я заказал по 50 рублей. И, конечно же, за доставку, или как у них там в пункте выдачи называется, еще платить 100 рублей у меня совсем не было желания. По отзывам неплохие. Надеюсь, хватит на 3 месяца. Так называемые вакуумные с Г-образным штекером. Для многих это важно. И удобно. Провод довольно-таки такой нехилый, толстенький. Здесь вот он плоский. Фирма Гал. Довольно-таки распространенная китайская фирма. А штрих-код наш. Еще дополнительно в комплект входят вот эти вот резиновые вставочки. У кого ушной проход больше или меньше. Здесь они, по-моему, среднего размера. Здесь максимальные, это минимальные. Довольно-таки неплохо для 50-рублевых наушников. Но, когда будете заказывать, читайте отзывы и смотрите. В пункте получения, вот это вот само получение, тоже бывает платным. Там 99 рублей, что ли, сколько-то. В общем, нужно выбрать такой пункт, где выдача бесплатна. Это актуально для провинциальных маленьких городов. В больших городах, конечно, без проблем можно в наушники купить в любом супермаркете. Там они тоже не такие дорогие. Вот такие два лайфхака я хотел сегодня вам рассказать.